Вода, нам сварпываются. Мелочь, вытапливайте оттуда. Вода включили все. Всем вода включили. Вода включили. Пашка и Ника включите. А, нет, не надо перегрев. Не надо перегрев. Все нормально. Все, сотни остановились пока. Если они нас не топят, мы никуда не топим. Malediction впереди нас больше, чем 62 километра. Мелочь, лочите пока. Все мелочь, все мелочь, все мелочь. Я в реварп продавливают. Они рельсовые, что ли? Да. Понял. Что, в реварп? Хорошо давят. Понял. Лопашка, вытапливай, они, скорее всего, тебя сейчас будут праймарить. Ты ближайший. Блять, никого слезть не могу. Malediction затоплите, пожалуйста, интером. То они заебали уже. Уже датируют пока. Тебя продавили, что ли? Больно. Понял. Но интер, поработай с крамом, потому что мы ничего не можем убить из мелочи. Не вытапливают постоянно. Есть драмка с крамбл. Вот, все, сейчас мы поможем. Давайте под драмки. Раптор. Потом еще. Будет раптор, да, потом будет раптор. Хорошо. Раптор теперь. Сейчас будет на рапторе. Тут будет раптор. Есть. Хорошо, стреляю. Нету. Есть. Хорошо. Хорошо. Malediction. Брат Кастя, потом второй. Malediction Дэйв сначала. Ребят, наклон. Есть скрамбл. Хорошо. Так, Malediction вроде нормально. А Торкс, держитесь, короче, больше 50. Они убивают. Я понял, да. Надо быстрее с мелочи снимать потихонечку. Давайте, давайте. Дальше сир, теперь Malediction. Что за хуйня? Сейчас будет. Они далеко. Есть скрамбл. Понял. Сир Malediction. Нормально все. Сир Malediction, потом Прокопий, если он потопит. Вот дэч. Да, надо брать. Хорошо. А, нет, освободился. Так, ребят, аккуратно, циклом воды сделаем, сейчас враки убью, чтобы нам не мешали. Комбатки на солнце. Уходит, да, и Торакс тоже уходит. Все. Торакс попробуй понял, ушел. Хорошо, подожди, сейчас враки отстрелю. И Малек тоже выходит. Пусть уходит, пусть пока уходит. Перезаряжаюсь пока. Конечно. Сейчас ради дро... Так, вот что нам слышно, что на что вам Malediction. Ёб, попробуй подловить. Гарс, сейчас. А, нет, что? Выходит, они уже другие, эти пли. Так, варп идет. Разворот, сколько он до меня? Это гарпи, блядь, что это за хуйня? В сторону солнца, давайте МВД включили. Реварп делаю. Керрис в реварпе. Конечно. Давайте МВД в сторону солнца пока. Сейчас посмотрим, что нас фотовит. Держите 60, не ближе. Вот стиль это ближайший. Стелька. Вот это бродкасте. Потом вот это нали. МВД не выключайте пока. Malediction. Давайте его. Блять, этот варпал не успел. Смотри, я нормально, все хорошо со мной. Сипуль вроде топит, но он обычно, он что-то медленно топит. Давайте где-то 60-70, не дальше, 80, 100. 100 от гарпей, 100 от гарпей, тормозите, если вы дальше. Они варпают обратно. Блять, они сейчас опять через комбу будут варпать, это тоже печально. Давайте уйдем отсюда, короче, разгон. Разгон. Бля, здесь нет объектов нормально. Вот на B8. Вижу, тихо. Вот браткасти, разгон. Браткасти, разгон. Сейчас будем торповой. Стоп. А, не уходит. А, стоп. Нет, варповым. Стоп, что делает? Короче, если к нам идет приварп, то сразу отвар просто туда. Будьте готовы. Потому что они, скорее всего, сейчас на комбатах на нас улетят ноль. О, если. Кто это вообще такие? Гонды? Гонды, да, гонды, конечно. Это еще может быть, блядь. Сканищие, блядь, хавки. Как всегда. Ну чё вы, ребят, вы алё или не алё? Пугали наших торксов, сука. Ты видел, кстати, сканирование торксов, кто не на гите сейчас? Они остались. Хочешь жопу отварпованную, последний браткаст отварпованную, 70-100. Пофиг, там дофига, конечно, АК посажает, но плевать, пока уедем отсюда. Мы отварпаем. Под этими комбатами нам вообще не камильфо.